Возраст и состояние здоровья мужчины. Дмитрий Ник. Единицы, смотрите, не так много. Дмитрий Ник. Отклонения и проблемы. Семейная пара. Президент. Финансовой подушки. Но моя жена так не считает. Если есть красивая, молодая, здоровая, рядом. Это точно. Дмитрий, вы сколько подождать хотите? Полагаю, что лет 5. Пора. Мы давно вместе. Мы 7 лет как семья. А сколько детей вам хочется? Хотя бы одного, а там дальше как пойдет. Абсолютно солидарен со своей супругой. И, справедливости ради, стоит сказать, я думаю, что большинство согласится со мной, что это безумно важный шаг с точки зрения материальной ценности. Но вы же наверняка слышали про финансовую поддержку семьи с детьми со стороны государства. Конечно, более того, рассчитываю на это. Поддержка-то сейчас хорошая. Изучите этот вопрос обязательно. Многие действительно думают, что репродуктивное здоровье мужчины практически не зависит от возраста. Но это далеко не так. И я предлагаю поговорить об этом. Курили, пили, не занимались спортом, либо наоборот были таким. А качество сперматозоидов? Качество спермы. У 30% мужчин старше 50 лет уровень тестостерона ниже нижней границы нормы. Эстрадиол и эстрон. Еще и... качество спермы. Что нужно? Эрекция и потенция из бляшек. Не вычленять какую-то спермограмму. Не с качеством мочеиспускания, а качество мочеиспускания. Это IPSS опрос. Что с вашей эректильной функцией? Спасибо. Дети должны рождаться в хорошей, счастливой и, конечно, здоровой семье.